В это воскресенье в Чувашии пасхальные богослужения и крестные ходы пройдут во всех 175 храмах республики. Ожидается, что в них примут участие не менее 35 тысяч человек. Последние события в стране вынудили власти принять дополнительные меры безопасности. Накануне пасхальных дней, это и пятница, и суббота, да и сам день Пасхи, конечно же, в наших храмах будет очень много молящихся, прихожан. Но вот ради безопасности тех людей, которые приходят в храм, будут установлены металлоискатели, особые средства, которые необходимы для того, чтобы обеспечивать безопасность людей, находившихся в храмах. Поэтому, конечно же, мы просим всех наших прихожан, да и не только прихожан, те, кто придет на Пасху, и кто себя считает даже, может быть, не совсем людьми церковными, отнестись вот ко всем к этим нововведениям с пониманием, потому что это все делается, опять же, ради нашей и ради вашей безопасности. Напомню, что пасхальное богослужение можно увидеть в прямом эфире национальной телерадиокомпании «Чувашия». Начало трансляции 15 апреля в 23 часа.